против штрафников. На скорости входят в зону Миловзоров. Бросок поворотом, и Василевский очень легко, как может показаться со стороны, справляется с этим броском одного из недавних новобранцев казанской команды. Напомню, Белов и Миловзоров перешли из «Нефтехимика» в «Акбарс». Медведев, тот идет вперед, сам входит в зону. И бросок следует с достаточно острого угла. Рикошет неприятный для Андрея Василевского, но успевает среагировать. Хороший был момент у Игоря Мирнова в первом периоде. А мы смотрим бросок Песанина поворотом, отскок. И хорошо, что Василевский не выключился из игры. Хорошо, что сопроводил взглядом.